Всем привет! Сергей Росляков, тренер российской пары Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, сообщил, что его подопечные намерены перейти во взрослое катание в следующем сезоне. Если не будет никаких серьезных изменений в правилах относительно возраста перехода, то мы, конечно, хотели бы перейти во взрослые, потому что по юниорам сделали уже все, что хотели и что могли сделать, сказал Росляков. Мы бы хотели испытать себя, посмотреть, как будем выглядеть по взрослым. Самое главное – работать. В этом особых различий нет, отметила Павлюченко. У нас было время для отдыха и для того, чтобы поставить новую произвольную программу. Мы готовим новые элементы, работаем над старыми, изучаем новые поддержки, стараемся улучшить прыжки, добавил Ходыкин. Произвольная программа поставлена под музыку из фильма «Великий Гэтсби» с композицией для короткой программы «Пара еще не определилась». Спасибо за просмотр. Всем пока!